Итак, друзья, всем привет! Я вас всех приветствую на своем канале. Сегодня у меня очередная распаковочка посылок с сайта AliExpress. Вот, ко мне сегодня наконец-таки приехал аккумулятор для моего телефона. И китаец мне выслал, другой продавец, точнее, выслал мне второй USB кабель. Вот, ну давайте, наверное, начнем сразу с этой посылочки. Это у нас получается USB кабель. Вот, который мне, ну, китаец мне, получается, один выслал, да, я заказывал два, и он мне докинул еще один. Получается, сейчас увидите картиночку, вот, собственно, ну, без комментариев, наверное. То есть, это, на самом деле, все то, что отображалось у меня в статусах доставки. Вот, ну, печально, конечно, что поделать. Вот. Так что давайте, как обычно, скроем сейчас, посмотрим. Так. Все, здесь пусто. Так, снова эта хрень, только она теперь у нас зеленого цвета. Вот. Green. Еще для вас. Короче, зелененькая еще для вас. Ну, была черненькая, теперь зелененькая. Вот, это у нас мануальчик. Даже не мануальчик, а просто... Просто две картинки и все. И больше ничего нету. И вот сам, короче, у нас кабель. Кстати говоря, то есть, я же с ней, получается, поговорил, договорился, то есть, и... Решил, короче, раз он так... не специально забыл, да, выслать второй. Вот, ну, как я заказывал два кабеля, да, получается, он выслал один. То есть, он перед тем, как выслать второй, получается, я с ним списался, все, то есть, и попросил его выслать мне чуть меньше. То есть, это метровый USB кабель. Вот, а также немножко другого цвета. Вот, тот у меня черный, а этот у меня как бы вообще... Я вообще, кстати, на самом деле не помню... вроде как бежевый с золотым оттенком. Вот. То есть захотел я, короче, немножко так вот другого цвета. Почему бы и нет. Все у нас тут жестко, так хорошо прям запечатано вообще. Прям от души. Так, ну что тут у нас. Так, как можете видеть, да. Вот у нас, короче, контакты. Все у нас замечательно. На самом деле, вот продавец, его магазин, да, то есть то, чем он торгует, вот в плане, допустим, USB кабеля, да, то есть меня все устраивает. Вот второй приезжает идеальный, то есть все отлично. Да, как бы это мелочь, USB кабель, то есть все бывает, но, блин, просто у меня начали заканчиваться, я везде их, то есть то на работу, то в машину унес, поэтому... Вот даже по такой мелочи, почему бы не заказать, на самом деле. Вот. Просто мне не нужна зарядка, которая у меня в городе продается, да, то есть она мне просто не нравится. То есть, как бы, я вот как раз таки заказал недавно зарядку на два выхода USB, да, и вот это мне действительно понадобится, как бы, заряжать, допустим, пауэрбанк и телефон одновременно, то есть, и все круто. Так, ну вот, в принципе, все отлично, докинул молоток. Вот, сейчас уже без проблем. Это все хорошо. Это все замечательно. Так, это у нас пока отставим. Это у меня провод немножко гонит. Вот как раз таки, да, вот этот провод у меня сейчас от компьютера он гонит. Вот, как раз таки и нужны USB-шники. Вот, а теперь, короче, поговорим об аккумуляторе для телефона Meizu MX4, который вот является уже 2 года как моим всем, на который я, кстати, сейчас как раз-таки записываю этот обзор. Вот, то есть у меня начал он, короче, гнать в том плане, что... зарядка, допустим, остается где-то около 40%, чаще всего 40% либо 35%, и он начинает резко вырубаться сразу же.
Вот, его, в принципе, возможно включить потом, да, но, как бы, знаете, на самом деле, ну, проблема есть, и, то есть, все-таки 2 года аккумулятору, да, то есть, ну, как и самому телефону, и поэтому постепенно емкость теряется, аккумулятор постепенно умирает. Так вот, заказал я вот этот аккумулятор, да, вот, он ко мне ехал, получается, около, да не около, 32 дня, вот сейчас его на экранах своих увидите. Блин, этот язычник задолбал. Так, сейчас я вырублю. Вот, короче, ехал ко мне 32 дня, да? То есть получается, что, как вы можете видеть, опять же, да, 14 ноября прибыла в сортировочный центр. Вот, и вот она дата сверху, 17 ноября, можете видеть, пятница. Я забрал по факту. То есть 3 дня ничего, никаких уведомлений, ничего не было, да? Где-то даже не 3, может быть, даже 4 дня. Просто валялась на почте посылка. То есть ни извещений, да, ни статусов. Короче, ни хрена. Вот, так что забрал ее, да, как смог. В принципе, ну, раньше не смог бы ее забрать. Раньше, я не знаю, она могла быть, к примеру, не зарегистрированной. Она также могла лежать и искать. Им было бы нечего. Так, вот у нас аккумулятор. Можете видеть, да? Вот он, надпись. Нохан BT40. Вот, видите. Фо Мейзу MX4. Вот, вроде как. Да. На самом деле, блин. Вообще, почему аккумулятор так долго ехал? Да, во-первых, это аккумулятор. То, что вы заказываете из Китая аккумуляторы, да, то есть они, как бы, ну, проходят разные меры предосторожности, да, то, что там взрывчатка или бабахнуть может там и так далее. Вот, и поэтому долго все это муторно проверяется. Ну и плюс Почта России, ну куда же без нее. Вот. И что касается по поводу этого аккумулятора, да, то, что я не хочу, конечно, чтобы так получилось, да, но этот аккумулятор запросто может быть каким-нибудь бракованным, да, то есть он может также ни хрена не держать емкость, вот, он может даже держать емкость хуже, чем тот аккумулятор, который у меня сейчас находится в телефоне. Вот, насчет аккумуляторов нет никакой гарантии абсолютно, вот, тем более, если так вдруг произойдет, да, ситуация будет, конечно, плачевная. Благо, что меняется аккумулятор, в принципе, недолго. Я не знаю, сегодня я буду менять или не буду, да. Если буду, то запишу отдельное видео, как можно его заменить. Так, вот, видим, короче, у нас. Давайте откроем, да. Так. Давай, открывайся. Так, тут у нас, короче. Короче, ни черта не понятно на самом деле. Ну, что-то дружелюбное. Да. Ладно. Я не знаю, короче. Если кто знает, прочитает. Так. Здесь у нас тоже как бы ничего. Тут по-английски хотя бы есть. Ну, такой, знаете, мануальчик получается, да? Вот. Новая батарея, все дела. Понятненько, тут он температуры всякие, короче, меры предосторожности. Вот 24 часа батарея. Ладно, короче, это тоже потом. Такая миленькая бумажка маленькая. Так. Ну и вот, собственно, хваленая отверточка. Это немножко больше отверточка, чем если вы заказываете, допустим, забыл, что-то связано с электронной сигаретой, короче говоря. Вот. Там где-то в половину отвертка меньше. Вот. Ну и сам вот как бы аккумулятор. Это у нас получается такая мягкая подушечка,
чтоб вот эта шинка, да, у нас не запоганилась. Вот, короче, можете видеть, да? Да я сам хочу видеть. Вот, да. Как бы так-то, ну, с виду-то все нормально, да? Вот у нас получается, как я уже говорил, да, Meizu MX4, BT40. Вот, все как у моего телефона. Ну, я сейчас на телефоне не смогу продемонстрировать, потому что я на него записываю, я уже говорил. Вот. Так, тут у нас какой-то код. Не помню, для чего он. Так, это у нас получается либо защита здесь, да, которая не снимается. Вот. Ну, в принципе, это будет известно, когда я буду снимать аккумулятор с своего телефона. Вот. Наверное, все-таки после концерта в Томске я займусь этим всем. Как бы сегодня что-то неохота, завтра уже в Томск ехать, поэтому... ну, что могу сказать, вот, чисто визуально. О, кстати, я еще забыл. Тут у нас, короче, вот такая вот еще хрень есть. Что-то приклеено, что ли? Ух ты, боже мой. Приклеиваешь, что прям намертво. Вообще, ну, такая вот хернюшка, да, чтобы, наверное, что-то там поджимать, либо что-то разравнивать и так далее. Это потом уже. Ну вот, короче говоря, да, по сегодняшним посылкам, да, вот он, USB кабель, да, вот она батарея, то есть вот она, как бы основа, да, этого обзора. В принципе, меня все устраивает чисто визуально, да, допустим. Все как бы отличненько. Вот, так что, скорее всего, насчет аккумулятора, да, я, наверное, запишу отдельное видео, да, вот, где мы возьмем, получается, и поменяем на новый аккумулятор. Вот, сейчас мы как раз USB-шник проверим. Во, все отлично, все работает. Вот, как раз-таки воткнул тот самый USB-шник, который вот ко мне сегодня приехал. Вот он. Та-дам! Давай, фокусись. Ну, короче, это у меня вечная проблема этого приложения для видеофотосъемки. Так, в общем, все. Кому понравилось видео, вы все сами знаете, да? Подписываемся, ставим лайки, то есть задаем вопросы. Если кто-то хочет, допустим, ну, не такой же аккумулятор, я сомневаюсь, что много владельцев прям Meizu, прям MX4, которую уже не знаю. Мне кажется, его уже не выпускают. Даже с заводов уже все распродали. Вот, допустим, по USB кабелю, то есть, да, там. Ну, я ссылки, разумеется, оставлю на эти два товара, да, как и все остальные ссылки оставлю всегда. Вот, так что будут вопросы, пишите в комментарии, и все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.